think the girls with their nails done now. Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня утренний обзорчик акций. Солнышко светит. Яйца в порядке. В общем, поехали. Русский сервер. Что у нас интересного? Нифига. Трать с выгодой, значит, у нас есть коллекционер. Ну, интересно, собери сам, что-то поменяли. Не, нифига не сделали. Нифига не поменяли, все то же самое. Осталось. Так, коллекционер. Как обычно на русском сервере. Ничего себе. Одна сумка зефира. Первая сумка. Я вчера, блин, 5 штук на нимке забрал. По сути, на халяву за 2 дня собрал. Там можно за день собрать 5 штук. А тут надо еще берсерка выбить. Ну, все как всегда. Слизни. Какое себе. Так, фонтан. Что у нас еще интересное? Войди в игру, возвращение, награды, маленькая помощь. Кстати, надо зайти позабирать плюхи. Мы вчера здесь первое заняли. Ого, ничего себе. Они нас практически догнали. Такс. Хорошо. О, кстати. Прям сюда. Посмотрим на крутую фишку IGG, которую они сделали на боссе. Интересно на это глянуть. Блин, я даже не помню, какие здесь уже герои. Вот она, ребятушки. Теперь у нас доступна перемотка. И вам не надо сидеть 3 минуты и ждать. Вам надо ждать, сколько там у нас получается. 40 секунд. Уже чуть больше. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Быстрее сольетесь. Скажем так. Не, в принципе, это нормальная тема, то что, я думаю, на многих локациях можно было бы тоже это подрубить, даже на том же самом Архидемоне, думаю, это было бы полезно, но, к сожалению, на Архи они этого еще так и не добавили. В принципе, такая вот фишечка, я не знаю, ну, хоть что-то, хотя я не знаю, кто сюда ходит в эту локацию, загляну, что тут за плюхи. Тут в основном донаты в топе, поэтому без доната, ну, смысла. Вообще половина, наверное, 90% локаций, которые, ну, никто не использует. Ну, вот ради одного камешка и это, целую неделю сидеть и дротить. Какой смысл? Вообще никакого смысла не вижу. 120 этих. И тут все 100% в топе с донатом. А, так, хорошо. Испытания. Поехали дальше. Поехали. Поехали на английский сервер. Чекнем, что там у нас на инглише сегодня. Тоже заберем плюхи. С БГ и с атаки фортов. Тут у нас место третье. Вообще, блядь, последнее место. Но при 66 человек, блядь, ходит на битву гильдий 28. Ну, о чем говорить?
Такс, поехали, акции смотрим, апдейт, сакин треже, сякины всякие. Камен, возвращение, маленькая помощь, алхимик. Фортуна. Чего такого интересного? Ну хотя, в принципе, Фортуне, Лиз и Мэри, но их достать проблемненько будет. Так, а чё по рынку? Матрона, Запак. Берсерк, блин, 4 пака, но он, я не знаю кто, может еще англичане покупают, но русские вряд ли вот это вот делают, эту хрень. Она нафиг уже не нужна, по сути. Ну, хотя, в принципе, лучше купить, нежели задонить. Точнее, лучше купить, нежели заролить. 101 самоцвет на аккаунте, офигеть. Этого, наверное, вот такого количества самого у меня только было при самом старте. То из-за того, что я каждый день сливал. А сейчас я даже не парюсь насчет этого. Сейчас мы умножим. Количество самоцветов уже 206, два раза. А, так, русталка. Смотрите. Ну, карт реально дофигища дают. Так, окей, поехали. Давайте Тайвань, потом еще немочку чекнем, может там что-то появилось. Ну, в любом случае, на немке, не знаю, очень классно играть. Хоть там и карт нету донатных, как на других серваках, да, там. Но зато, блин, куча обновлений, что-то пилят, добавляют, запарили уже реально. Походу баги эти фиксят на новой локации. Но можно это сделать как-то один раз, блин. Тоже Матрона, Зефир. Ну, 20 баксов. Здесь, кстати, дорого. Дорого драконы. Зефира здесь вообще без проблем можно собрать за копейки. Вот монетки на трату. Что, больше ничего такого нету нового, да? Все то же самое старое. Где-то остров, думаю, завтра запустится. Можно будет с новым героем попробовать половить. Такс. Ой, это нет, это Индонезия. Вот это нам надо. Вот я, знаете, раньше заходил, такой азарт был с утра там посмотреть по это. Сейчас заходишь, ну вы сами, в принципе, знаете. Посмотрел, ничего интересного нету, вышел. Даже не фармятся локации, потому что, ну, бессмысленно. С этих локаций, блин, получаете как один раз за месяц, вы получаете как один раз просто зайти и там получить какие-то плюхи на халяву, стукать их кулаком. Нафиг эти локации все. Такс. Немка, как обычно, у нас подвисает, значит, у нас какая-то Facebook ивенты. Посмотрим. Посмотрим, что тут за Facebook ивенты. Интересно. Что тут интересного может быть? Ах, как хорошо кофеек идет. Что-то ни хрена с утра нету. Блин, что так немка тормозит? Надо будет посмотреть, почистить плеер. Куча игр. Та-та-та. Перезайду. Реально висит. Битва замка уже настолько стала жесткая, что эмулятор четвертого захода зависает.
Да. Так, Facebook ивенты не будем трогать. Это у нас за вход сегодня. О, да, книжечки мне надо. Что-что, книги нужны, мы вчера качнули. У вас будет поп... О, нифига себе. Может, Мэри дают? Нет, только кулаки от этой молотки. Так, забрать. К сожалению, не дают. Блин, 85. Жестко. Один плюс один. Да, ничего такого интересного. А не, есть наборчик за один сам. 500 книг, нифига себе. Спасибо. Смотрите, за пэтов какие сумочки лисицы. Блин, 2 часа еще. Еще 2 часа. В общем, окей. А у меня осталось 33 тысячи. Офигеть, а, я смотрю, 33 тысячи, думаю, нифига себе, там 4 единички. В общем, такие вот дела, ребят, не знаю, ничего, кому надо под коллекционера на русском, пишите мне в... Это, кстати, мы плюхи забрали, нормальные плюхи, давайте еще сундуки откроем. Пишите мне в телегу, кто хочет на русском под Колю паролить, ну, там, конечно, Коля такой, но это лучше, чем ничего. Все. Всем удачи, всем пока.